В шестом матче финальной серии Кубка Стэнли Тампа Бэй уроженца Тюмени Андрея Василевского на своем льду принимал Колорадо. Начиналось для хозяев все как нельзя лучше. На четвертой минуте матча капитан Тампы Стивен Стэмкос удачно сыграл на пятаке и вывел свою команду вперед. Василевский совершил несколько ключевых сейвов. Однако в начале второго периода после попадания шайбы был вынужден поменять шлем. Совпадение это или нет, но вслед за этим первым же броском гости забросили. Большинство в формате 6 на 5 реализовал Нейтан Маккинон. А спустя 10 минут Артур Лехконен подвел итог встречи. 2-1 в матче и 4-2 в серии. Лавины впервые с 2001 года завоевали Кубок Стэнли. Самым ценным игроком турнира признан защитник Колорадо Кейл Макар. Василевский отразил 28 бросков из 30. В этом плей-офф на его счету 14 побед в 23 матчах.